Всем привет, приветики, канал АйКТВ, с вами Павел и мой привет, лучший друг Мистер Кис. Да, ребята, мы начинаем и мы продолжаем играть в игру Fortnite. Итак, Мистер Кис, давай продолжим с тобой игру. Давай. Где наш почта-рыцарь? Почта-рыцарь. Если в бою приходится не сладко, повышай показатель ловкости, чтобы чаще наносить критический урон. Урон. Понятно. Показатель ловкости, Мистер Кис, понятно? Да. Так ты будешь быстрее расправляться с врагами. В бой? В бой? Я согласен. Пом-пом. Цветочный переулок. Пятая часть. Mm-hmm. Итак, первые враги нас атакуют. Мы отражаем атаку. Сильней. Хорошо. Очень хорошо. Отлично, Мистер Кис. И вот так вот. У нас кто-то стреляет. Да никто, вот этот так бандит. Вот. Какие-то разбойники. Ну да. Наверное, Мистер Кис. Ну, конечно. Волк, осторожно. Осторожно, Мистер Кис. Да я стараюсь быть осторожным. Как по-другому сделать? Ой. Ой. Мы убили волка, и он нас убил. Да. Мы дошли до 7 уровня, получаем, что добыча у нас, какие-то листочки, монеты и 5 очков, которые мы должны распределить. То есть ты все потратил на ловкость, все, что можно было. Ну то, что мэр нам советовал. Скарл. То, все, 5 и 10, у меня найдется все, что нужно, что он нам хочет продать. Кольцо опыта, пух, мех. Шалфей, медная руда, ореховый ствол. Не, а зачем ну, нам сейчас пухмех? Я не знаю. Кольцо опыта, опыт плюс 800 себе, алмазов. Ну, 800 кристаллов алмазов. Такого количества нет. Конечно нет, вряд ли будет. Мы выйдем из этого магазина. Давай примем участие в бою. Давай, давай, давай. Итак, нам надо как-то пройти. Как? Снова нас атакуют, никак у нас не получается. Как-то сложновато, что ли. Волки, вы мешаете. Разбойники в сторону. Ну да. Он из арбалета по нам стреляет. Да. Это как точно. Можно вообще вот. А вот получай. Обойти. Наш герой-рыцарь. Почта-рыцарь двигается сам вперед. Мы ничего не можем сделать, не отойти назад. Ни вперед, ни подпрыгнуть. Мы только управляем с помощью тремя этими кнопками. Итак, мы прошли этот уровень, да? Да. Мэр Мэрик. Ой, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, мэр. Я все никак не могу найти свою внучку Магнолию. Она отправилась в лес искать разбежавшихся жителей. И с тех пор не возвращалась. Как выглядит? У нее прекрасные голубые волосы. Ой, она малевина. У тебя письмо для нее, но будем надеяться, что она скоро вернется. Где ее в последний раз видел, Магнолию? Да, да. Скажи нам, где ты ее видел? Где вы с ней расстались? Куда она могла пойти? Дай нам что-то. Мы с ней разошлись возле доски объявлений. Доски объявлений? Ты же говорил, что какое-то время шел тем же путем. Если пройдешь мимо доски объявлений, увидишь и другие маршруты. Хорошо. Ага. Когда вернешься в деревню, не проходи мимо. То есть есть какая-то доска объявлений. Понятно, запомним. Так, пухмех, доспехи новичка. Ой. Неплохо. И алмаз. А давай-ка оденем эти доспехи сразу. Конечно, же. Оденем. Ой, какой я красивый стал. Этап завершен. Мы на 7 уровне. Так, мы возвращаемся в деревню. Ой, тут елочка уже стоит новогодняя. Да, именно да. Здесь я видел Магнолию в последний раз. То есть, около указателя. Не думаю, что она ушла далеко. Если хочешь, можешь поискать ее на других маршрутах. Мистер Кис, да. Давай я улучшим слушаю. Наше оружие и зелье. Улучшим. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АйКТВ. Будьте в курсе новых серий игры Fortnite. Вот на канале АйКТВ, да. Рыцарь. И не забывайте ставить отметочку около колокольчика, чтобы к вам приходили напоминания о выходе новых серий. Так, мы прокачали наше зелье.
идем к кузнецу. Как его звали? Эйден? Эйден. Да, Эйден. Нам надо прокачать. Что мы будем прокачивать? Давай прокачаем вот этот костюм, как он правильно давай, называется. Нам игра советует. Нажимай. Доспехи. Плюс одна к защите. Простой доспех для начинающих. Ага. Для не новичков, как мы с тобой. Мы ж недавно играем эту игру. Ну что, в бой? Попробуем наши доспехи. Ну давай. А что еще делать? В бой? В бой! Брусовый Помпом, путь! Брусовый путь. Или брусовый. Снова волки нас атакуют. Получай! Что-то новенькое. Да. До этого стрелял стрелами, а теперь какие-то магические заклинания. Заклинания из его посоха выходит, да, мистер Кис? Удар. Ага. А вот так. Дадим по шапке. Ого, главарь бандитов. Еще что? А, это ты? Тот сопляк, который навалял моим парням. Да, это я, тот сопляк, который навалял. Сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Ну да. Ну не знаю, главарь бандитов. Мы тоже не сопляки. Вау, ничего себе, мистер, как он стреляет. Ты посмотри. Слушай, куда ты убегаешь? Стой. Как его догнать? Я не знаю, куда ты бежишь. Нет, я не понял. Давай поговорим. Мы защиту-то включили, но догнать мы его не можем. Я хочу его саблей ударить. Бак. Ну куда ты? Вот это да. Давай поговорим. Мы пришли с миром. Да постой, так, ты, господи, что ты боишься? Его это... Да не бойся ты. Атаковать. Не пойму знаю. Я. Надо что-то прокачивать. Сейчас такое. Нас убьют и все. И все, да. Стой. Я не успеваю по нему я ударить. Я хочу тебе поговорить с тобой. Он сразу отбивает. Послушай атаку. Меня. Как нам быть? Да подожди, ты, хватит стрелять. Да. Он нас убил, как и говорил. Ну, мы достигли 8 уровня, получили награду 140 монет. И 5 очков, которые должны распределить силу, ловкость, интеллект и выносливость. Ты хочешь по ловкость? Да. В ловкость прокачать? Ну, давай. Давай. Вперед. Вперед. Продолжим сражение. Прокачивать нам пока нечего. Нечего. Но сейчас будет что-то по-другому. Ого. Волки, стойте. Да что такое? Критический да, удар. Трудновато. Снова главарь бандитов. И это все понятно. Еще удар. Никак да я не могу это? К нему близко подойти. Я ударяю, а он мимо все удары. Да стой ты! Я хочу его прям по заднице ударил. Вот так вот. Тебе. Да он не сдается. Из своего пистолета стреляет. Главарь бандитов. Ох, ах. Ох, а ах. Что его, ранили? Даже не думай, что Даже победил. Даже не думай, что победил. Ты обо мне еще услышишь? Да. Конечно, мы тебя услышим, когда мы тебя побьем. Ага, ты будешь плакать. Итак, и просить нашли обещания. Сундук. В сундуке что будет, мистер Кис? Волчья шкура. Три. Шалфей. Один. И алмаз. Этап завершен. Да. Мы на 8 уровне. Отправимся в деревню Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Убить 10 бандитов. Убить. Пам-пам. Доска объявлений. Итак. Пойдем к алхимику. Пойдем. Снова примем участие в бою. Молодец. Шкурка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько, не торопись. Молодец.
Волки, волки, волки. Ой, шкурка, еще одна шкурка, это хорошо. Так, ну, да. Аккуратненько. Ореховый ствол. Кинжал приключенца. Да, приключенца. И алмаз. Кинжал приключенца. Кстати, плюс 3. Ой. Этап завершен. Да. Ну, на 9 уровень мы пока не перешли. Пойдем в деревню. Мы пока убили 6 бандитов из 10. Ну да. Давай прокачивать зелье, прокачивать оружие. Оружие, все прокачаем. Что мы будем прокачивать? Все, все, все прокачаем. Доспеха приключенца. Кинжал приключенца, зачем нам его прокачивать? Мы не сможем, наверное, его использовать. А я хочу. Подумай. А что тут думать? Не знаю. Правильно ты сделал или неправильно. Но все остальное пока закрыто. Мы даже не можем это использовать. А у нас потому что нет ресурсов, я все потратил. Получим наше зелье. Что-то я поторопился. Шалфеи, шалфеи. А нам предлагали его купить. Ну, видишь, нам пока не надо ничего покупать. Да, мы и так сами с усами. Посмотрите на мои усы. Отлично. И что, мы можем в бой? Конечно. Пойдет. Сейчас мы всех побьем и убьем. Так, у нас 8 уровень. Вау. Опять нас стреляют. Удар, удар. Вау. Мы неплохо отразили атаку. Теперь двое. Вот это да. Вау. Итак, мы, по-моему, 9 убили бандитов. Ага. Это, по-моему, 10 уже был. Снова монетки, снова ореховый ствол. Это кто? Житель Помпома. Добрый день, сэр. Я вижу, вы недавно в этих краях. Ага. Да, мы недавно играем в эту игру. Недавно, недавно занялись работой почтового рыцаря. Девушки с голубыми волосами. Это мы спросили его. Видел он или не видел. Мальвину по-нашему. Да, проходила тут какая-то несколько дней назад. Ах, ходил себе, тут ходила, грибы собирала. Она сказала, что ищет своих односельчан, чтобы сообщить им, что угроза миновала. Да. И можно возвращаться домой. Ты слышишь, мистер Кирилл? В WhatsApp надо написать всем. Это, наверное, та самая девушка, которая ищет мэр Мэрих. Да? Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Like TV, будьте в курсе новых серий игры Fortnite. Да, да, да. Рискари. Вау. Ореховый ствол, медная руда. Итак, мы переходим на 9 уровень. Ого! И 5 очков нам надо распределить. Мистер Кис, распределяй. Все? Да. Больше нету? А больше нету. Смотри, нам еще одного бандита надо луча убить. Света. Бандит магов. Давай. Давай прокачаем, прокачаем наше оружие. И в бой. И в бой, конечно. Да, мы бой хотим улучшить. Так, что мы будем прокачивать? Наш меч? Меч. Или щит? Или щит. У нас есть две возможности прокачать. Так, а меч новичка? Атака плюс 2. Ну да. А тот кинжал, которого путешественника, ты его и решил прокачать. Ну давай прокачаем. Ой, а зачем я прокачал плюс 3 этот стал, меч? Да? Слушай. Кинжал приключенца плюс 4. На одну единицу больше. Ну да. Давай его оденем. Там написано, есть возможность одеть. Так мы, по-моему, с ним их и были. Ага. Мы одели этот. Меч новичка. Ну, бой. Вперед. Другой, видишь, меч. Вроде бы меняли меч. У нас остался старый, по-моему, да? Да, у нас был маленький до этого, а сейчас снова длинный. Вау. Не так мы сделали. Чуть-чуть сломили. Вот это да. Ну, неплохо. Волки! А с этих волков ничего не вылетает. Каких-то вылетает, каких-то давай, не применяй. Вылетает. Шерсть. Меч. Шкура. Зелье. Про него не забывай, чтобы восстанавливать силу. Житель Помпомо. Ох, я так ждал эту посылку. Ну вот
тебе посылка. Мы же тебя уже видели. Ладно, бери посылочку, письмо. Мы же почтовые рыцари. Ну да. Спасибо, я слышал, что на дороге сюда засели бандиты, и я боялся, что моя посылка никогда не дойдет. Не дойдет. Да, я знаю, что почта рыцари всегда доставляют посылки, но сам понимаешь, сомнения были. Да. Да, вот такие мы хорошие. Да, такие мы крутые, мистер Кис, да? Конечно. Крутень самый, что ни на есть. Так, мы спрашиваем про Магнолию, он говорит, что он никого не видел, этот житель. Так, что в сундуке? Что? Грибной суп, яблочный сок и алмаз. Вот это да, грибной суп. Итак. Итак. Что? Мы убили 10 мага-мания. 10 бандитов-магов. Получили награду. Угу. И пойдем в деревню пом-пом. Пойдем. Наверное, хватит на сегодня. На сегодня, наверное, все, да. Давай встанем около елочки и попрощаемся с ребятами. Ну что, ребята, всем пока, до скорых встреч. Увидимся. Пока, всем пока-пока. С вами был Павел и мой лучший друг мистер Кис. Да, до скорых встреч. Я. И не забывайте пока, ставить пока. Лайки. И самое главное, подписывайтесь на наш канал, да. Кто еще не подписан. Всем пока-пока.